Всем привет! Если сентябрь у нас был посвящен теме Back to School, то октябрь будет посвящен теме Игра престолов. И сегодня я покажу, как можно оформить коробку в стиле нашумевшего сериала. Для этого нам понадобится сама коробка, которую я предварительно обклеила бумагой для черчения. Вы же можете использовать картон, фоамиран, скраб-бумагу и так далее. Также нам понадобится кисть, краска, черный фломастер, клей, ножницы. И также на плотной бумаге заранее я распечатала гербы из сериала. Для начала вырезаем наши гербы. Теперь приклеиваем наши вырезки на верхнюю часть нашей коробки. По бокам крышки я решила нанести следующие надписи. Game of Thrones Дракарис. И, конечно же, Winter is Coming. А зима близкая. Так как в сериале много кровавых сцен, то бока коробки я решила оформить кровавыми потеками. Рисовать я их буду акриловой краской, но вы можете использовать любую другую. Такую коробку можно использовать как в качестве емкости для хранения мелочей, так и в качестве подарочной упаковки для фаната Игры престолов. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Телемикс, а также на наш профиль в Инстаграме собака наше все нижнее подчеркивание ТМ. Ставьте лайки, пишите, пожалуйста, в комментариях, какие DIY вы бы хотели увидеть в будущем. Ну а в следующий вторник я покажу целых 3 хендмейд идеи на тему Игра престолов. А свои варианты оформления коробок вы можете выставлять на своей странице в Инстаграме, не забывая отмечать наш профиль «Собака наше все нижнее подчеркивание ТМ». А на следующей неделе мы покажем лучшие работы. Всем пока!